Сегодня мы развернули вместе с Российской Федерацией, начали развертывание группировки войск исключительно, дабы остудить киевские головы, потому что из Вашингтона им дают ЦУ втянуть Беларусь в войну. А почему втянуть Беларусь в войну? Значит, алло? Да, мы вас слушаем. Да, значит, почему втянуть Беларусь в войну? Потому что тогда, значит, в эту же войну будет готова втянуться Польша, Литва и другие горячие европейские головы, у которых уже чешутся не только руки, но и другие, так сказать, органы власти и управления.